Вон, пацаны, я погнал пораньше, чтобы вы это. Куда мы поедем, Алексей? Поедем в лесочек. Не спешите, в общем. Я до вечера дома. Я их обманул, сосиски забрал, короче, домой поехал. Говорю, у меня живот болит. Ну, они думают, раз живот болит, я же не буду сосиски есть. А я сейчас их приговорю там с кошками, с собакой. Ух. Вон птеродактиль полетел. Блядь. Чуть-чуть я не... И это, видели, как там этот, такая штука? Чуть-чуть я сосиски не расплескал свои. Вот так вот. Так. Что-то мне кажется, что пиво нулевка, оно нифига вообще не нулевка. Я вон три банки всосал. Блять, вообще. Как будто я тут еще в рюкзаке это лямка оторвалась. Нет. На одной лямке еду, сосиски везу. Так что я потихонечку лучше поеду, помаленечку вообще. Да, как я чуть не приложился, я сюда поеду. Ох, удод полетел. Опять. Одни удоды тут. Вон. Вообще. Удодовое место. Ста. А я сейчас по деревне поеду по чуть-чуть, потихонечку. Хотя не поеду. Нафиг я там ехать по деревне. Хотя чего мне не поехать? Возьму, поеду. Потихонечку вообще. Бля, опять что-то. Что-то я чуть не уехал. Пацанов начал смотреть сзади. И что-то уехал. Ну, на планете бы я устал бы, тут бы вообще устал. Сейчас на трассу выйду вообще. По трассе поеду. Курочки. Курочки, петушки. Вот по трассе поеду. По чуть-чуть. Там курочек нет. Сосисками пахнет с этого. Ветер забивает сосисонами. Вот мы и дома. Всем пока. Всем добра.